Господа, всем привет! Сегодня у нас будет необычное видео. Тема сегодняшнего нашего ролика – рыболовные узлы. Я вам покажу три, или сколько? Сейчас, один, два, три. Я умею считать до трех. Три узла, которые вам закрутят вообще всю вашу рыбалку. То есть вам, в принципе, больше никаких узлов не нужно знать. Я даже не знаю, как они называются. Вернее, там один вроде помню. Вот. Но, как бы сказать, в общем, вы поняли. Какие узлы? Вам нужен узел, чтобы привязать крючок, карабин, либо что-нибудь еще. Вам нужен узел петля, ну, как сделать петлю. И третий узел, как связать две лески. Все, вам больше никаких узлов не нужно. Итак, для того, чтобы все это дело продемонстрировать, я взял шнурок, потому что на леске это будет не видно, или там на плетенке, но они как бы тонкие. И я ничего умнее не придумал, как взять сачок аквариумный. Какой-то маленький сачок. Он у меня со времен старого маленького аквариума. Вот, в общем, здесь есть ушко. Это все, что нам нужно от него. Представьте, что это крючок. Я уж его гнуть не буду. Как бы портить вещи это нехорошо. Поэтому мы не будем портить. Короче, первый узел. Не знаю, как он называется. Я его... Знаете, все эти узлы, я ими пользуюсь уже 22 года. 12 лет мне подарили книжку «Спиннинг». Я там посмотрел несколько узлов. И вот три узелка мне закрывают абсолютно всю рыбалку. Вот этот подходит, первый. Для того, чтобы привязать карабин, крючок или ну, что-нибудь такое. То есть, то, у чего есть ушко. И там, где не нужна петля. Потому что там, где нужна петля, нужен другой узел. Короче, смотрите, что делаете. Берете вашу леску или плетенку. Берете ушко, представьте, что это крючок. Продеваете. Вот так вот продели, да? Видите, один раз продели. Потом продели второй раз. Сейчас побольше сделаем, чтобы было лучше видно. Вот, то есть у вас как бы получается такая... Ну, вот такая фигня, не знаю. В общем, два раза продетое ушко. Видите, да? Сейчас вот так вот сделаем. Вот так хорошо видно. Два раза продетое ушко. Что теперь? Теперь берете вот этот конец, который вы продели. И вот об эту леску или там шнур ваш. Ну, делать оборота 3. Я думаю, не меньше 2 надо. От 2 до, наверное, 6. Я делаю 3, наверное, 4. Вот у вас, в общем, получается вот такая фигня. То есть два раза продетое плюс обмотанное. А потом просто вставляете сюда в центр. То есть вот у вас есть центр. Видите, да? Еще раз какой. И вы туда просто вставляете. Вот. Потом придерживаете ваш этот конец где-нибудь тут и все затягивать. Ну понятно, что он тут так легко не затянется, сейчас мы поможем. Вот, все вот так я привязываю все крючки, все там, не знаю, офсеты, все груза, все карабины, все там поводки, ну, имеется в виду эти стальные на щуку. Вот, то есть этот узел как бы самозатягивающийся, он достаточно плотный, он ровный, то есть крючок у вас будет всегда вертикально вниз, например, если это крючок. Вот. Я понимаю, что есть там разные узлы с обмоткой по цевью, но вот на практике скорее они были придуманы, когда еще не было ушков у крючков, были лопатки. Для лопатки, конечно, такой узел не подойдет. Вот. Сейчас мы развяжем, что надо показать второй узел. Так, сейчас. Сейчас, раз. Так, теперь второй узел. Если вам нужно сделать петлю. Понятно, что есть там дедовский способ, типа взять, там, обмотать, пропустить. Но это очень дедовский способ. А если вам нужно сделать петлю, чтобы она у вас была пропущена через ушко, например. Допустим, вы мормышку привязываете или воблер. Ну, есть люди, кто ловит на воблер без карабинов, без всяких этих. И там, скажем, другой узел. То есть у вас должна быть такая петля. Как сделать? Смотрите, берете, значит, ваш шнур или там леску. Делаете обычный узелочек на ней, но не затягиваете его. То есть вот вы так сделали. Как, ну, стандартно. Теперь вот этот конец, который у вас свободный, в ушко, вот, и выводите его вот в эту дырочку, соответственно, которая у вас получилась. Вот, то есть вот у вас что получается, видите, да? То есть петелька в ушке, вот, тут у вас вот этот узелочек и продето в незатянутый узелочек. Теперь обматывайте, ну, тоже оборота 2 или 3 в любую сторону абсолютно, вот. То есть у вас получается вот как. Петелька, незатянутый узелочек и обмотано. Вот. Теперь вы берете вот этот свободный конец, вставляете вот этот незатянутый узелочек. Видите? То есть у вас еще одна петелька получается. А теперь назад его в петлю. Вот так вот. Все, и затягивайте. Все. Вот у вас получается, болтается на петле. Вот. То есть вы также можете потом эти петли как-то там одну петля в петлю вставлять и так далее. Но если вам нужно сделать вот так, самый действенный способ. Всегда работает. Никогда он там не рвется на узле. Кстати, вот эти узлы, они не рвутся на узлах. Вот, поэтому я вам их показываю. Поэтому я ими пользуюсь. То есть,
Это отличная тема, в плане, чтобы у вас ничего не порвалось. Так, сейчас размотаем еще раз. Вот, и давайте я вам покажу третий узел, которым я пользуюсь. Это, значит, это какая там есть, он называется вроде кровный или кровавый, blood knot он называется. Но я сделал свой вариант, потому что мне показалось, что тот узел, который изначально был, не очень удобный. Вот у вас два конца. Допустим, тонкая плетенка и толстая плетенка. Или тонкая леска, или толстая леска. Или две толстых лески. Вот шнур у вас порвался посередке, грубо говоря. Вам надо как-то его смотать, чтобы узелочек был скользящим. Ну, чтобы он хорошо скользил по кольцам, например. В общем, берете два конца. Вот так. Поняли, да? И еще раз. Но не затягивайте. У вас получается вот такая штука. То есть, это модификация узла этого блодноты, но, на мой взгляд, она более удобная. Потому что вот есть вот такая вот фиксирующая тема. То есть вот у вас концы зафиксировались, теперь вам нужно просто все обмотать. То есть берете сначала одну сторону, вот, обматываете. Допустим, раз, два, три. Вот, продеваете в центр. Оставляете. Так вот, в центре. Берете вторую часть, делаете то же самое. Раз, два, три. И тоже туда же, в центр. То есть у вас как бы два выхода получается в центре. А теперь просто затягивайте вот эти концы потихонечку. Я уж сильно затягивать не буду, потому что этот, его потом хрен развяжешь. Вот, в общем, у вас получается вот такой вот узелочек. Он с двух сторон самозатягивающийся получается. И здесь в центре он хорошо сдавливает вот эти концы. И это тоже не рвется. Вот, то есть даже смачивать эти узлы не нужно. Вот так вот просто обрезаете практически за подлицу. У вас получается такой вот ровный оливчиковый узел. На плетенке, конечно, он тоненький будет, не такой, как сейчас вам показываю. Главное, что он ровный, хорошо проходит за кольца и никогда не рвется. Вот, в принципе, все три узла, которыми я пользуюсь, никаких других узлов я не использую. Вот. Понятно, что есть еще раз там разные варианты того всего 5-10, но, в принципе, вот этих трех узлов достаточно. Вы учите три узла, и все, вам больше ничего не нужно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующих видео. Всем пока!